Сегодня Карачаево-Черкесию посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Программа визита была насыщенной и предполагала осмотр ряда предприятий республики. Артур Пце с подробностями. Предприятие «Вулкан» стало первым в плотном графике посещения Карачаево-Черкесии главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В сопровождении полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки и руководителя республики Рашида Темрезова он понаблюдал за циклом производства, подготовкой и прядением шерсти. Территория и нынешние возможности предприятия позволяют наладить более масштабное импортозамещение. Конечными потребителями мытой шерсти и гребенной ленты являются крупнейшие комвольные предприятия России. Михаилу Мишустину показали, какая продукция пользуется у потребителей наибольшим спросом. Это уже изделие, пошли посмотрим. Самое интересное. Мы их вот чуть-чуть положили. Самое приятное. Это вот грубо вязано. Это шерсть, да? Мощности предприятия позволяют переработать в год до 3000 тонн немытой шерсти, произвести 900 тонн чисто шерстяной гребенной ленты. И это далеко не все. Здесь уже планируют развивать полный цикл, для чего потребуется создание цеха крошения пряжи. Мощности у него довольно хорошие, 1200 тонн в год можно произвести. Самое интересное, что она такая гибкая, сможет работает как синтетическую, так и натуральное волокно. Сейчас у нас 143 человека работает на предприятии. Мы планируем еще больше расширять наше, естественно, запускать новое производство. Хотим расширять и персонал. И очень хотим и нуждаемся в специалистах, кадровых специалистах, которые будут обучаться у нас. Получив от представителей «Вулкана» подробную информацию, Михаил Мишустин поделился своим видением расширения возможностей предприятия. В частности, речь может идти о сезонных потребностях в школьной форме и многом другом. Дорогие друзья, в первую очередь я хочу вас благодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи очень непростой, сложный, трудоемкий и технологически такой инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, вы собираетесь делать покраску, собираетесь создавать новый цех. Фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику по производству. Но что здесь очень важно? Карачаево-Черкесия по праву считается таким у нас лидером по производству и пряжи, и занимается животноводством очень серьезно, овцеводством. Руководитель кабинета министров пожелал реализовать все намеченные планы. При этом на государственном уровне будет оказана необходимая поддержка, о которой стороны договорились во время двухсторонней встречи. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития рассмотреть заявку предприятия «Вулкан» на модернизацию производства. Артур Мыхцы, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.